Здравствуйте, это была шапка программы «Труба». Шапка – это то, с чего начинается всякая телевизионная программа. Много-много лет Нона Ободянская олицетворяла программу «Труба». Теперь готовы новые шапки. Их сделал Роман Зазуля и Алекс Лысенко. Однажды Галина Пилипенко узнала, что трубачи, прежде чем играть на трубе, увлажняют помадой губы. Узнала и побежала к Кириллу Серебренникову. Легко и страшно возбудимый Кирилл схватил помаду и побежал к Ноне Ободянской. Нона спокойно подумала: у меня муж, дочь и положение в обществе. После этой мысли она махнула рукой, покрасила рот и стала играть на трубе. Так появилась шапка программы. Иногда не хватает чувства самодостаточности. Комплексую по поводу веса. Мне показалось, что там снято крупно очень. И лицо, и остальные формы тела. Вот это я помню. А потом привыкла. Думаю, ну уже все привыкли, наверное, пора и мне привыкать. Ну, помню, останавливали соседи. Останавливали меня на рынке, спрашивали, это вы ли в трубе это было. Ну, дочь как, все дети. Улыбалась, смеялась, радовалась. Положить на Нону глаз просто невозможно. Поэтому Нона – радость всякого клипмейкера. Реклама свыше нам дана. И сделать ее по-честному, по-настоящему – дело чести. Поэтому участие Ноны – залог успеха. А Нону и Андрея на долгие годы связала... Ну, с годами уважения, конечно. С годами уважения, которое основано на уже на опыте прожитых лет. Когда понимаешь, что человек тебя столько лет не предал, что на него можно во всех случаях положиться, что, в общем-то, я не люблю поговорку, что незаменимых людей нет. Нона Ободянская, лицо программы. Плохо вас вижу, но слышу хорошо. С днем рождения, труба. Всем здоровья, счастья, творческих успехов на долгие годы. Самая любимая женщина программы «Труба» Нона Ободянская. «Труба» появилась в 1768 году, и с тех пор Нона являлась лицом программы. Она сама лично испекла и украсила этот первый тортик к первому юбилейчику программы. Выросла и стала давать больше дыма на гора со временем наша программа. Ну и холестериновое сооружение тоже увеличилось. Но главное, что Нона всегда считала. Я считаю, что для женщины доброта – основная черта. Вот Евтушенко говорил, доброта – основная черта. Доброта не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, значит, женщина состоялась. Вот, я считаю, что прежде всего я хозяйка, прежде всего. Если бы я до такой степени не была хозяйкой, возможно, и карьерная судьба сложилась бы иначе. Возможности у меня были. Но я принадлежу все-таки больше семье и дому. Я вот хозяйка, я мать, я жена. Это прежде всего, это незыблемо. Это остальное все на втором плане. Может быть, потому что у меня такой муж. Может быть. Потому что я могу себе это позволить. И он может позволить просить, умолять меня покупать все, что я хочу. Хотя я иногда пытаюсь сдерживать его свои хотелки, так сказать. Это наша Сара.
Сейчас он с Моисеей пришел ей на смену. Кстати, с собачьими замашками. И семью, и персонажей Нона кормит вкусно и тщательно следит за весом. Ой, ой, икает, ой, переживает сильно. Это наш Моисей. Становимся на весы и взвешиваемся вместе. А потом убираем разницу в весе. Получается моисейский вес. А он достигает у нас на сей момент 7 килограммов 200 граммов. Так вот, Моисей, посмотри в камеру, дружок. Кроме библейских персонажей Сары и Моисея, в квартире Ободянских живет стадо слонов. Помню, на экраны нашей страны вышел фильм «Слоны. Мои друзья». Я пошла, не знаю вообще, что это и как, это индийский фильм. Потом я пошла второй раз, третий, дальше я не помню, сколько раз. Я каждый раз рыдала взахлеб, сострадая там. Просто вот зацепила так. Ну, это, конечно, вот где-то что-то меня тянет туда, в Индию. Какая-то связь есть космическая с этой страной и с этими животными. И вот с тех пор и название фильма всегда со мной, и эти животные со мной. Слоны, мои друзья, вот всю жизнь. Самый первый был, конечно, комодный, вот этот. Он даже вот там с деформированной ножкой. Самый первый достался тоже от друзей. Просто он у них так вот один был и где-то в совершенно непотребном состоянии и месте находился. И мы его забрали из этого дома. Это, по-моему, Дюшин одноклассник был. Вот у него. Мы его забрали. Пошел отсчет. Чувствую, что где-то какие-то мои прошлые жизни наверняка происходили оттуда. Потому что у меня тяга только туда. Восток и в идеале Индия. Очень люблю животных. Очень люблю. Я бы не знаю как. Я бы, может быть, бы даже бы в питомник пошла работать, если бы сердце бы не разрывалось так сильно, когда смотришь. Потому что имела когда-то отношение к медицине. Я смогла бы. Но уж больно. Там беды много. Поэтому... А вообще никогда мимо больного животного не пройду. И всегда заворачиваю с собой что-то и по дороге раздаю. Кто бы мне ни попался, кошка, собака или птичка. Безразлично. Все изменяется, и пришло время изменить заставку или шапку программы. Все изменяется, и все течет. Прорвавшиеся водопроводные трубы будут с нами. И Нона будет присматривать за жалобными письмами и за нашей трубой. Трубы бывают, да, не только музыкальные, но и канализационные, и водопроводные. И поскольку я работаю в отделе писем ДОНТР, то часто сталкиваюсь с проблемами жителей нашего города. Конечно, они пишут о текущих трубах, о разрывах трубоводопроводных и о других проблемах. Когда удается помочь человеку, просто отправив письмо начальнику большому, и этот начальник, не отмахнувшись, берется за дело, и нам удается подхлестнуть, расшевелить, в общем-то, то, что он должен делать по роду своей деятельности, не всегда выполняется просто, если человек пришел к нему на прием. А если он написал на телевидении, и мы, подключившись, помогаем ему в этом, я получаю ответы, и когда я сжигаю архив, мне жалко его сжигать. Это вселяет оптимизм, что я кому-то смогла помочь через ДОНТР, что моя рука вот там где-то что-то написала, и чиновник расшевелился. Но навсегда остается с программой «Труба», так же, как и мы с ней. Рядом со мной всегда, каждый день со мной. Вот это изваяние из жести. Одну из рубрик нашей программы, которая называлась «Крупный наезд», сменит рубрика «На прицеле». Но, тем не менее, в ней всегда будут самые интересные, самые популярные люди. На этот раз гость программы Дмитрий Дебров. Он режиссер, музыкант, говорящая голова, отметившаяся на всех центральных каналах и просто даже создавшая некоторые из них. Дебров всегда и везде подчеркивает, что он ростовчанин, и, по-моему, страшно этим гордиться. Он часто приезжает в родной город и просто купается в фотовспышках, как белый медведь в северном сиянии. Итак, в костюме от Армани, с легким запахом дорогого алкоголя и хитрым казачьим прищуром господин Дебров рассуждает о нравственных ценностях. Да ведь все это было написано до нас за 5000 лет. Первое. Не делать сознательно ближнему вреда.
многим кажется, что во время бизнеса ничего важнее, чем бизнес, нет. Ты, разумеется, может быть, ты нарушил чье-либо благосостояние, либо безопасность, но бизнесовые цели это простят, не простят. Итак, первое. Сознательно не делать вреда никому. Вторая позиция. Нет ничего важнее, чем любовь. Все на свете ничто по сравнению с любовью. Это, впрочем, до нас Федор Михайлович Достоевский описал в образе Рогожина. Любые, в отличие, скажем, от американского либо от английского бизнесмена, ростовский бизнесмен до сих пор полагает, что ради эмоциональной цели, ради эмоционального всплеска можно даже совершить и безрассудность с точки зрения бухгалтерии поступок. И третья позиция. Матушка важнее, чем все люди на свете. Это третья позиция. Это было описано в деле Артамоновых, Горького. Все абсолютно, что нужно знать о современном бизнесе в России, уже написано за нас, до нас за 150 лет господин Горьким в деле Артамонова. Когда он даже надорвался, чтобы тащить эту машину себе. И отношение к семье, отношение к матери. Только кажется, что в «Крестном отце» Марио Пьюзо это описано впервые. Нет, не так. Горький описал это раньше. Это третья позиция. Мать наша, наша родина, наш Ростов важнее, чем цифры. Хотя мудрость нынешнего этапа развития России говорит нам, все, что не цифра, все ложь. Так я, парень, и порешил, чтоб ни за что и никому. Дим, когда вы вспомнили «Идиота», вы, наверное, находились под впечатлением последнего сериала, где Миронов в главной роли? Я, к несчастью, не смотрю телевизор, мне это нельзя. У вас был диск, который мне очень нравился, «Ром Кока-Кола» с Майком Науменком. Или есть какие-то финансовые вещи, которые не дают вам делать то, что душа хочет? В моем положении уже нет аргумента «финансы». Не в том смысле, что я богатый человек, потому что пока существует на свете Билл Гейтс, кому-либо бессмысленно говорить о его богатстве, но мне близка фраза Вани Охлобыстина: «Богат не тот, у кого много, а кому довольно». Вот мне вполне довольно. Я могу уже больше и не думать о финансах. И я должен заявить, что я сейчас работаю над второй пластинкой. Но вот то беда, что я, к несчастью, весьма мало одарен. По сравнению с Майком Науменко, я вообще ничтожество. Ты будешь словно волк, ты стонешь, как сова. Ты рыщешь, словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова, слова. И вновь слова. Одним важны слова, другим важнее голова. К несчастью, мне бы не хотелось сделать вторую пластинку хуже, чем у меня получилось на лирику Майка, а на собственные, увы, переживания не нажил. Однако работаю. Я, например, оборудовал свою комнату как студию звукозаписи, и вот уже полгода работаю над второй пластинкой. Возможно, ее вскоре мы услышим. О названии рано говорить? О направлении, о стиле? Пока рано говорить. Все это всего лишь несколько саундтреков для неснятого еще фильма. А кто режиссер? Я. Вот то беда. Я в Ростов прилетел с друзьями повидаться. Спасибо вам большое за внимание. Последний раз рубрика «Полный трубец». В этой рубрике сегодня журнал «Playboy» и создатель программы Кирилл Серебренников. Редкий журнал обходится нынче без интервью с Кириллом Серебренниковым. Издание всех направлений «Женский журнал Мэри Клэр» поместил фото Кирилла без штанов, а «Playboy» – интервью. Коль сегодня мы прощаемся с шапками программы, то стоит вспомнить, что отцом-основателем, режиссером и соведущим «Трубы» был Кирилл Семенович.
Есть хорошие трубы, типа нашей передачи, а есть мерзопакостные трубы, из которых идет рыжий-рыжий дым. Они называются лисьи хвосты. Это вредные трубы, которые превращают нас всех в трупы, которые вредят атмосфере и разрушают озоновый слой Земли. Также озоновый слой Земли разрушают и маленькие, но очень подлые фреоновые баллончики. Итак, Playboy заметил. Ростовчанин Кирилл Серебренников умыл Наполеона, взяв Москву всерьез и надолго. У нас состояние, именуемое как «полный трубец», вызвал следующий рассказ Кирилла Семеновича. Дело в том, что первое мое большое интервью началось с того, что девушка из какого-то рок-н-ролльного журнала спросила: «Скажи, пожалуйста, а ты не гомосексуалист?» Я оторопел, как фрекенбок, у которой Карлсон уточнял: «Ты прекратила пить коньяк по утрам?» И не знал, как реагировать. Сказать «нет» значило сразу потерять человека. Девушка задавала вопрос с такой надеждой. Пришлось заблеять что-то и оставить барышню в полном недоумении. После этого боевого крещения мне уже ничего не страшно. Конец цитат. В журналистке Галина Пилипенко узнала себя. А вот Кирилл читает тот самый журнал «Ура, бум-бум», где и вышло не только первое, но и первое скандальное интервью с ним. Цитата. «Кровь стала черным вином, а воздух во рту – кислотной слюною. Пусть города пылают огнем, ножи блестят путеводной звездою. Раздать оружие нищим и голым, ворваться в банки ордой молодою, взять и разрушить заводы и школы. Ножи блестят путеводной звездою». Нормально? До свидания. Это была программа «Труба», которая выходит на канале РТР по средам и повторяется на 35-м канале «Донтр». Пожалуйста, заходите на сайт телекомпании «Донтр» и на форуме оставляйте свои злобные или ласковые отклики, потому что все, что нам нужно, это любовь, как бы там ни было. Над передачей трубились. Титры появляются ниже.